Привет, с вами Аня. Я буду показывать свои подарочки на Новый год и на день рождения. Сначала хочу начать на Новый год, потому что у меня было день рождения 8 января. И я буду как бы раньше, который мне подарили. Я подарила костюм. Сначала мне подарили Драколауру 13 желаний. Мне в комплекте входила такая расческа. У куклы красные и черные волосы. Из украшений у нее ободочек. А ожерелье, я его пока что сниму. Она зацепляется за волосы. И вот такие браслетики два. Давайте перейдем к лицу. Лицо у нее выполнено такое вот твердое достаточно. У нее тени выполнены в розовых тонах и голубые глазки. У нее тут такое золотистое сердечко и красные губки с клыками. Платье у нее выполнено в черных, золотистых и розовых тонах. Вот. Тут такая в виде пленочки, у нее какого-то бриллиантики, тут крестик золотой и такая кофточка. Кофточка как немножечко леопардовые такие точечки, и сама она розовая. Юбочка у нее выполнена розовой, и вот такая сетка черная. Юбка достаточно длинная. Если я поставлю ее, покажу поближе. Вот. Ее туфельки красные, и тут есть розы там всякие. Она стоит на каблучке. Расческа у нее розовая, с черепком. Вот, у меня уже отвалилась одна штучка, потому что... Ну, она достаточно твердая. У нее в расческе есть вот такая... Обычно на настоящих куклах есть вот надпись Monster High, а тут такие зигзаги. Перейдем к второму подарку на Новый год. Всего у меня 4 розы. На Новый год и на день рождения. 2 на день рождения и 2 на Новый год. Это Fluttershy из My Little Pony Equestria Girls серии Rainbow Rocks. У нее розовые волосы, зеленые и фиолетовые пряди. Тут у нее бабочка розовая, бирюзовые глазки, тени у нее выполнены розовые тени, розовые губки. Еще у нее ушки желтенькие. Тут у нее такая кофточка. Она легко отстегивается. Вот так вот. Она выполнена из пластмассы. И вообще, как бы у меня есть только там 3 расчесочки от всех-всех-всех моих кукол. Потому что я причесываю их по-разному. Вот. Тут розовая такая коточка, как я говорила. Тут зеленая бабочка с блестками. Не очень классные. Фиолетовая застежка. Юбочка у нее беленькая. Тут розовая сетка. И такая вот надреза. Еще одна юбочка тут. Она выполнена в черных, желтых, розовых и фиолетовых тонах. У нее желтые и черные полоски и бабочки розовые и фиолетовые. У нее есть такие вот лосинки маленькие или очень даже длинные колготки, фиолетовые и розовые. И такие прозрачные туфельки зеленые. У нее тут вот бабочки везде могут быть, вот бабочки две, вот еще бабочки, вот на подошве бабочки. В общем, она как бы любит бабочки и зеленый цвет. Это же Fluttershy. Еще у нее вот такие есть мегафончик. Тут 3 бабочки. Отверстие для ушек. И сам мегафончик. Он легко надевается на куколку. Все одену. В коробочке она была уже одета с этими наушниками. Вот она может так петь. Или я буду делать как бы такие...
потом у меня появилось это подарки на день рождения. Клазин Вуд и серия Буйер-Буйер. У нее не было ни расчески, ни подставки. Эти куклы тоже. Вот еще у нее очки есть. Это моя вторая куколка с ушками. Тут ее коричневые ушки, как ее вся кожа. У нее коричневые и фиолетовые волосы. У нее тени выполнены в фиолетовых и золотистых тонах. У нее золотые, как бы, или желтые глазки. Губы фиолетовые с белыми клыками. Тут жилетка такая фиолетовая. Тут у нее кофточка такая с интересными узорами. Вот я подальше покажу. Сумочка. Стиль Буйер-Буйерка. Тут у нее шарчики золотистые. Они подходят к очкам. Вот золотистые тоже очки. Они очень смешно смотрятся на куколке. Вот. И такие вот сапожки тоже подходят к очкам и к шортикам. Потом у меня появилось на день рождения. Потом мне подарили, как бы, ее сначала кладем, потом закупаю из серии Буйер-Буйер. У меня две куколки Буйер-Буйер. Вот у нее есть очки в виде кубок. Такие с зигзагами. Тут у нее черные и розовые волосы. Тени выполнены в розовых и серых тонах. У нее тут сердечко с подтеком. Коричневые бровки и розовые губки с клыками. Сумочка у нее выполнена в виде кубок. Тут у нее такая платьица. Тут золотая щелёбочка пришита, серебристая. И тут туфельки такие, в виде небоскрёбов, с паутинками и с такими вот сердечками. Вообще, у Дракулары как бы такие каблучки, а у Клодин подошва. На этом все. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!